Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня битва гильдий, и у нас сегодня мега интересный будет трэш. Будем бегать вот таким вот ронином, ребят. 30-й прорыв, максимальный ронин, которого вы, ну, в принципе, я тоже видели. Увидели. Не видели, а увидели. Поехали, будем тестировать на битве гильдий. Что я могу сказать? Это просто жесть. Посмотрите на статы. У него жизни 170 тысяч бонусами в 5 раз больше. Это просто пипец. Ну что на это сказать? Ну, посмотрим сейчас, как он будет сливаться, не будет сливаться. Вот мне вот больше всего интересно. 9-й ожог. Пишите в комментах, хотите выйти его на обзорчике на локациях. В принципе, думаю, тоже будет интересно его с пактом затестить. Но это просто обалдеть. Хранитель леса. Созвездие на уклонение собраны. Ну, в общем, такая вот сборочка. Поехали посмотрим, кто у нас есть. Красавчики. Нравятся мне эти сливы. Такс. Что у нас там вообще сегодня по топу? 575. Да, сегодня, как обычно, печалька. Нету даже 700-ок, 600-ок. Ну, поехали. Посмотрим, что он сможет сделать. Так, ну Фрэнки, в принципе, Фрэнки может шатать. Посмотрим сейчас, как у нас будет с отхилом. Может, нас действительно ушатают. Я не собирал, как видите, кучу героев. Мне просто интересно посмотреть, сольемся, так сольемся. Сам интерес вот посмотреть, что он может, как он будет хилиться. Сможет ли он выдерживать этот урон. Плюс 560. Обалдеть. Просто обалдеть. Посмотрите на его урон. Посмотрите, как он здание. Посмотрите, что цепь делает. Цепь стычки сносит здание. Пофиг, какая прокачка. Я не знаю, какая, конечно, там у него прокачка, но дамажит он процентуально. Сейчас зайдем, посмотрим на питомца. Ну, это жесть. Ну, вот на треть он просел. А можно, конечно, перестраховаться, поставить оживу. 2036 просто налегке. Обалдеть. Ну-ка зайдем сюда, посмотрим. Посмотрите на атаку от этих. Это просто 30-й прорыв, ребят. Посмотрите. Обалдеть. Плюс 20 тысяч. Я офигею. Офигеть. Вот так вот. Давайте просто в рейд забежим. Вот. О, кстати, есть Асура, вот интересно посмотреть. Но на Асуре он должен сливаться. По идее, нормально должен сливаться. Нифига, перекрывается урон. Обалдеть. Смотрите, сколько сейчас будет отхила, если, конечно, плюс 776 тысяч. Отхил перекрывает отражалку. И жизнь получается за счет жизни у нас просто обалдеть. Кайф. Вот это реально круто. То есть отражалка, по сути, вот такого типа можно себе свободно закидывать на этого и ронином бегать. Это жесть.
100%. Просто налегке. Да уж. Не знаю, поехали дальше. Так, тут они все как-то кучно стоят. Да и пофиг, сольемся, так сольемся. Сколько то их битвы гильдий? Обалдеть. Ну вот слили. Ну, не знаю. Реально очень круто смотрится. Хотелось бы такого на этой, на китайке, наверное, надо будет сделать и посмотреть, какой же там все-таки будет урон против топов. Так, 536, 537. Так, тут у нас... Я думаю, тут траста ни о чем, в принципе. Жесть. Ну, то есть, получается, его пробить сложно, потому что жизни много. Да, и слиться он не может на отражалке так просто уже, потому что жизни много, и отхил обалденный. Ой, блин, там Махатма, надо было через Махатму идти, интересно было посмотреть. Ну вот бабуля, бабуля еще там отхил дает. Что он творит? Просто жесть. Вот такой вот, ребятушки, Ронька. Давайте попробуем. Сюда побежим. Ну, тут я тоже думаю. Огника. Огник ему вряд ли что-то сделает. Тут и постройки какие-то слабенькие. Ну, он, видимо, недавно начал играть. Печаль. Я бы на его месте строил бы постройки, потому что ну, ни о чем уже. А раньше еще можно было с такими постройками, чтобы посливались на тебя сейчас. Да уж. Ну, то есть получается, чтобы вот так. Ай, блин, там были у нас тут побольше. Чем больше, давайте сразу же. Чем больше атака героя, тем больше наносит цепелин. Вот так вот. И это реально жестко. То есть обычную постройку он шатает только так.
Вот и вся битва гильдий. Да уж. Можно просто одним Ронином оживу поставить, ожог. Вот космо, водушка, давайте попробуем. Посмотрите на его урон. Это не собрано на атаку. Слили 84%. Ну неплохо. Минуснул космо. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Ждите следующей битвы гильдии. Вас ждет очередной трешачок. Всем удачи, всем пока.